еще раз. Быстро-быстро пробегусь. Вот. Итак, реклама новых трусиков, мягкие, как облачко. В этих трусиках у мальчишек это самое, задерживается развитие половых органов. Вот. Вспомним Фрейда. Ну, все же, конечно, Фрейда читали. Вы знаете, что с этого возраста, что на фотографии вот этой, уже идет развитие половых органов. А они же не просто развиваются. От этого зависит и это самое, содержание гормонов в крови, так нет. И что из нас вырастает? Сейчас ниже покажу. А пока вот смотрите. Вот он, сентябрь. Вот. Вот это воспитание. Вот, чтобы я не был болтуном, я сегодня купался. Тимоша меня этим, вот тут снимал, этим. Вот. Опять в озере. А сегодня было ночью минус 7. Так, то есть вода достаточно холодная. А это я 40 лет назад. Имею я право советы давать? Сейчас попробую. То есть, если бы не было этой фотографии, бы сказали, ну, мало ли что мерить. Вот. А это вот тоже несколько дней назад было. Пожалуйста. Вот. Ночью опять было, только не минус 7, а минус 6 в этот день. Когда я об этом в одном из фильмов рассказал, свое видение проблемы, о том, что замедление развития мальчика органов приводит не просто к бесплодию, там еще хуже, вот, то по крайней мере, появилась вот такая реакция. Смотрите, давайте прочтем это, если вам это интересно, давайте прочтем это было ее, как это называется, комментарий на мое выступление. В школах должны преподавать мужчины, а у нас в лучшем случае физрук, мужском обличье на всю школу. Уже хорошо, и детьми мамы занимаются, даже в полных семьях. Папа мне, когда вот вся история. Но у вас с легким паром здоровье, процветание. Это вот, вот он, легкий пар. Поняли, реакция на этот фильм. Это была часть кино вот это. Вот. Ну, я сразу скажу, это действительно проблема. Преподавать должны 50% мужчин, 50% женщин. Это и есть идеал. Это здоровый коллектив, прежде всего. Вот. И, а именно вот эти 50% мужчин, ну, что трудно догадаться, должны вести математику, физику, химию. Вот. То, что называется, помните, как делили в советское время на физиков и лириков. А лирики, пожалуйста, русский язык. Литература, потом эти там, что только в моей школе не было, там и пение было, помню, что-то еще, рисование было, ну, пускай все это будет, и пускай это занимается женщина. Вот. Но пока мужчинам зарплату не будет нормальной, мужчины в школу не пойдут. Вот. Если признать вот это вот самым важным авторитетным занятием, раз в 5 поднять зарплату мужчинам, а значит женщинам, вот, чтобы она была достойна. Она может быть такой, просто деньги тратят на совсем другие вещи. А тогда была бы нормальная школа. Но даже это еще не решение проблемы. Вот. Почему? Опоздали. Нами все чаще руководит новое поколение паперсников. Весь мир катится в пропасть. Сейчас я объясню свою точку зрения. Вот. Значит, видео, которое я выпускал уже, оно было забраковано. Помнишь, брат, я это пропускаю. Вот. Почему? Хотя ничего этого не было, да? А кому-то не понравилась сама тема. Я в жизни бы не подумал, что за этих сотен миллионов писем, которые обмениваются люди там этими статьями, там комментариями, ведь нашли же мой и запретили. Смотрите. Видео Валерия Железова, девочка старших классов, не прошла модерацию. Следят же. Не дай Боже, если то, что это, то, что получается, я говорю, это ахинея. Давайте посмотрим на то. Меня вот это задело, зацепило. И я вынужден, ребята, об этом говорить прямо сейчас. Я вам уже достаточно много полезного сказал, вы согласны? За моими плечами. И мои достижения. И достижения моих друзей. Я имею право это ругать, материть тех, кто учит, рубить корни, разжевывать, забивать гвозди,
себе бы забил в гости, а потом учил. Вот. Понимаете? И вдруг меня это так задело. Кто-то же увидел это, кто-то следил же за мной. Ведь в гигантском надо иметь аппарат какой, следильный. Тысячи человек, и все равно они не смогут все проверить. Вы видели, сколько сцен насилия, сколько это, гадости, сколько подлости в этом интернете. А дети все смотрят. А они мое запретили. Тогда я сказал себе, извините, ребята, потратьте меня сюда, но я все-таки должен свое отстоять. Смотрите. Вот. Итак, смотрим сюда. Это, сейчас поймете, это не порнография. Это Древняя Греция, это, как называется, статуи, как там, памятники, вот, спортсменам. Ну, вы помните, их даже сейчас, в 21 веке, показывают голыми, выступают, и никто показывает целиком, с гениталиями. Это не порнография. Речь идет о том, для чего нужны эти половые органы вообще. Кажется, для размножения. Но об этом не знает сам верху, я вам сейчас докажу это, что они этого не знают. Вот это вот миллионы любуются. Ну почему? Туристический этот самый Запад, правильно, нет? Ну что тут такого, знаете, пока этот самый гениталий не в рабочем состоянии, это настолько безобидно. Вот. У меня были там покруче снимки, я не стал, а то опять запретят. Сейчас возьмут за это. Тот же все-таки запретили, а, Юра? Запретили же. Вот. Посмотрели, ничего особенного-то, господи. Кто из женщин мальчиков не выращивал? Год, два, три, пять, десять. То же самое, кажется, 10-20 лет. Но сейчас речь пойдет о физиологии. Я оправдываю, что что особенного-то? Вот. А теперь смотрите на древнеримского воина. Ничего не заметили, а? Вот я к чему говорю. Между ног болтается и на «Х» называется. Почему? Когда я был, сейчас еще покажу что-нибудь. А, когда я был чуть ли не ребенком, откуда я знаю, как получилось, что лет 50-60 назад Гек прочел или что, что эти самые гениталии должны быть снаружи только по той причине, чтобы у них температура была на 2-3 градуса меньше, чем температура тела. Девочек, наоборот, все спрятано в брюшине. А у мальчиков снаружи. Ребята, это невероятно опасно. Кто из нас не получал, извините, такое есть выражение, получить по яйцам? Ну, тут свои все. Вот. Я получал в драках. Кто не получал? Это очень опасно. Можно убить человека, можно его искалечить. А почему не спрятано это? Это только потому, чтобы оно болталось и охлаждалось. И желательно 24 часа в сутки. Или хотя бы большую часть суток. Вот. И вот это самая страшная подлая вещь, которая случилась. Самая страшная, самая подлая. Вот это вот. Только в угоду этим. И почему, если я лет 60 назад узнал об этом, ну я и многим интересовался, и Фрейдом, не помню откуда, про эти же самые гениталии. И как могло случиться, что с тех пор, как пришла эта самая цивилизация, мы все до Западной Европы одели детей вот в это вот начало меняться сознание общества. Общество, я говорю, мужское, начало тупеть. Оно стало трусливым. Раз за разом показывают, как эти самые... Да видели же, специально показывают, постоянно. Опять бьют женщин, опять ногами. Один-два этих самых подонка бьет, а десятки мужчин проходят ниже. Вот причина, вот в чем вина. Я ничего не преувеличиваю. Выросло поколение. А вот эти вот промежуточные самые, вы знаете, я уже до конца скажу, а вдруг когда-нибудь меня послушают, скажут, был пророк. Хотя бы он поднял вопрос. Пусть его не слушали, пусть как этот самый Курдюмов говорил, не говорите, вас всерьез принимать не будут. О таких вещах нельзя говорить.
И что, промолчали десятки лет. Что получилось? Появилась новая, совершенно новая особь. Называется ЛГБТ. Их всегда было, еще раз получил вот на фоне вот этого красавца говорить, вот этого. Их всегда было природно геев 2-3%. И, ну, уже о лесбиянках мы не будем, но просто для сравнения. 1-2% лесбиянок. Так. А когда их количество начало расти, появилось понятие ЛГБТ. Вот. Расшифровывать не буду. Слова больно мерзкие. И вот получается, что они захватывают власть во всех странах Западной Европы прежде всего. То раньше скрывали, то знали, шептались. Теперь уже просто говорят. Вот природные, ну природные геи, ладно. Но эти сделаны искусственно. Им родители, а потом образ жизни, домашнее воспитание, комфортное существование не давало развиваться половым органам. Чем теплее яички мужские, тем меньше в них вырабатывается гормонов. Гормонов. Там сперма – это производная от этого. Это уже производная. А мало гормонов, а ума нету, нет и быть не может. Я подробнее не буду, потому что у женщин тоже свои проблемы, тоже есть свои особенности. А ЛГБТ – это уже другое. Это слабый характер. Это моя хата с краю. Это все меньше среди них уже не гений, а просто умных людей. Это слабый характер. Это такое явление. Вот. И они берут верх по другой причине. Их меньше. Они чувствуют себя время от времени. Путин по ним прошелся, знаете, пару дней назад. Мы не позволим, мы это. Или там новый министр Италии прошлась тоже. Вот. Я не родитель номер один, номер два. Я мать. И вот так вот. Но это все меньше и меньше такого. Они берут верх. Но самое страшное, что они их произвели нормальные родители, не ведая, что творят, пряча эти самые гениталии в тепле, образ жизни все время зажаты, все время в тепле, температура тела, при них они не развиваются. И вот по поколению появляется моральных уродов. Уже нет такого понятия. Честь, совесть, справедливость. Вот. Этого уже нету. Это просто люди, которые вот так вот живут, а потом начинают нами командовать. Западная Европа рухнет когда? Когда это самое, их режут уже как цыплят. Нет, один там мусульманин с ножом может это, весь город держать в страхе. Вот. Они уже ни на что не годны. А потом однажды все это рухнет. Они не способны ни на что. Это кажется только еще по привычке. Вот оно благополучие. Вот. У них нет мозгов понять, произвести, что им осталось-то год-два, и все. Ну что мы можем сделать, чтобы за них-то что мы переживаем? Мы все за них переживаем. Ах, и там газ, там это, они перекрыли сами себя эти самые. Чуть ли не называется, что себе яйца отрезать. Почти то же самое, образно. Дело в нас. Где-то на трибуне должен выйти человек, который достаточно авторитетный, который вся страна будет слушать. Запретите подгузники, запретить памперсы, всех детей гнать на улицу. Как Китай, запретите эти бесконечные просмотры. Китай – культ физической силы, они сожрут нас, нас 10 раз меньше. Нас завоевывать не надо будет. Только два, вот это первое, что надо сделать. Что я сейчас сказал. А второй еще людям землю дать. Будут работать на земле, начиная с 3 лет, с 5 лет дети. Вот, так как я работал всю жизнь на земле. И как видите, это, видели меня? Вот с такой рожей ничего со мной не случилось. Всю жизнь на земле работал. Всю жизнь, начиная с родителей. Только возможность появилась. Вот она, земля. И пахал с утра до вечера, с вечера до утра. Вот. Вот это второе. Дать людям землю, и чтобы каждому, и чтобы он потом, когда ее обиходит, когда сам себе дом построит, он эту землю никаким китайцам не отдаст.
У меня вот здоровые дети, мускулистые. Вот так вот выговорился. Брат мой, Юрий Владимирович Железов. Выдели отдельно. Надо придумать, отдельным фильмом сделаем вот этот вот кусочек. Вот, то, о чем я сейчас говорил. Начинаю вот с этого вот. Господи, какая подлость, что я вот уверен, никто из ныне руководителей, они сами выросли, они просто не понимают этого. У них уже мозги такие, сохшиеся, что они что-то по инерции делают, но они не понимают, что творят. Если этот ЭГ надо запрещать, давно уже поняли, но не запретят, потому что это опять надо думать, как запретить. Вернуть опять эти самые экзамены, но взяточно так распространено, что и часто люди хоть какую-то, дети что-то там еще пытаются вызубрить, чтобы сдать это ЭГЭ, правда, дурацкое, ненужное. Представляете, девочки, нахрен ему эти логарифмы? Спросите у любой. Все, выговорился. Как мог. Но я имею право на это. Я имею право. А еще полчаса можно разговаривать. Что интересно, мы катимся в пропасть. У нас тоже очень мало мужчин осталось. Но это Западная Европа. Это просто... Они как эти самые, они могут даже протестовать. У нас премию, то есть эту пенсию отнимали, мы даже на улице не вышли. Чем все, кажется, вышло. Нас ограбили, мы не вышли. Они могут протестовать, они могут кричать на этих. Но на баррикады они не способны. И завтра жрать будет нечего, и тогда все это развалится. ЛГБТ. Слава это. Демократии. Вот так вот. Видео Валерия Железова, девочки старших классов, мне прошло надраться. Что я там показывал? Каждая девочка вместо алгоритма должна научиться это самое медицинским каким-то приемом. Остановить кровь, наложить повязку, наложить шину. Причем всерьез, на уровне хотя бы медсестры. Каждая и получить корочку медсестры. В 9-10 или 11 классе. Кройка шитье обязательно. Будет шить, не будет, не имеет значения. Вязание обязательно. Ну что надо обязательно напоминать, что Энгельс, Фридрих Энгельс, он раньше всех сообразил. Развитие мозгов зависит от рукоделия. Рукоделия. Могу ли я себя пример привести? Я 20 лет вязал сети. 20 лет. Каждый день по 2-3 часа. Мне она мешала. И пока я вяжу сети, у меня мозги работают. Как перестал вязать сети, мозги отключаются. Вот тогда я поверил этому самому Чарльзу, да, этому, не Дарвину, а этому Энгельсу. Вот. А здесь, пожалуйста, что я там это наговорил? Вот то же, что и сейчас. Когда-то римляне, вот эти вот, покорили мир, потому что у них не было трусов. Вот мои последние слова. Не было. А если бы они сразу бы вот так тепле одевались бы, если бы их так выращивали бы это, а потом на войну посылали, это было бы просто... куча мяса на это самое. Как он иначе мог это 60 килограмм груза на себе тащить? А? Если бы не было вот этого. Почему сейчас никто не может связать вот это содержание гениталий в холоде? Будущие мужчины. И чтобы здоровые дети родились. Какие сейчас дети родятся?